dvhub.ru. Перешагиваем через ленту? Нет. Здравствуйте. Я хочу рассказать о своем участии в акции «Бессмертный полк». Очень хорошее дело. Просто, не знаю, очень-очень гуманное, чтобы живые помнили о тех, кто их защищал. Я стою со своим свекром, который служил в Маньчжурии. Был такой случай, что напарник с отца наклонился за инструментом, они были монтеры, связисты, и снайпер сразил этого напарника. И отец остался жив. И вот он всегда, пока был жив, вспоминал о том, кто сохранил ему жизнь. А мы сейчас, его дети, я в частности как невестка, и мои дети, внуки, мы помним, чтим и вот принимаем постоянное участие в акции «Бессмертный полк». Всех с праздником, 72-й годовщиной Великой Отечественной войны. dvhub.ru